Всем привет, друзья, с вами Фэпплз. И сейчас мы находимся с вами в Ark Survival Evolved. Как видите, я тут поработал над домиком. То есть его расширил, сделал как бы более поатмосфернее, да? Типа это вообще нравится мне. Атмосфера жесть. И тут еще когда факел загорается, значит это вообще прям бомба. Вообще нравится дико. Кстати, ништяк, я нашел какие-то факелы, они, короче, это костра не требуют, сами зажигаются. Тут я сделал... Ангарчик только маленький, кстати, притомил Птера, 150 левела. Вышел на 239, вообще жесть. Такой вот маленький такой пригорчик. Планирую сейчас строить второй этаж. Так что вот. Пока такие дела. Так, сейчас я хочу полететь, слетать, посмотреть, ну, вообще изучить карту. Потому что она не изучена, хочу слетать с секвой. Посмотреть какие-нибудь атмосферные места, так сказать. Ну, чтобы построить домик. Потому что я хочу построить такой прям атмосферный, мега-атмосферный дом. Но для начала, вот, кстати, и спойлер для следующего, для следующей серии, вот, вы видите. Так, пробовал металл стенку поставить, посмотреть, там будет меняться, нет, она такая же. Так, сейчас быстренько мы тут огородим нашу территорию, а то сегодня утром, когда я фармил, тут, короче, было два рекса. Ой, а ничего, сразу ворота идут, что ли? Ой, блин. Понял, принял. Короче, когда утром фармил, заспаунился у два рекса. 100... Один 130-й, другой 150-й. Но я томить не стал, потому что я же пошел фармить. И вот. И теперь что-то боюсь, что у моего соседа сожрали тека-рекса 80-го левела. Потому что этот... Ну, дикий Рекс, он что-то вообще его на изи сожрал. Даже не почувствовал. Я такой, ну нахер, я лучше отстроюсь. Но, а когда найду я атмосферный... Ну, атмосферненькое такое место. Например, в секвоях или где-нибудь еще. То я не буду воротами застраивать. То есть я хочу сделать адекватно, типа... Основу, типа, для забора. И заборы крафтить. Ну, стенки. Шипами оградить все. Ну, вот, чисто вот по атмосфере сделать, а не вот... Тупо вот для мега защиты. Кстати, сегодня еще летал. И гиганта тут встретил сотового. Я такой, ну нахер я, пожалуй, улечу от тебя. Планирую еще маленько расширить. Газончик. Ой, загон. Так, давайте еще скрафтим. Сейчас спам будет. Найс, минус суши. Простите меня. Простите. Конченые говнище. Так, идем. Сейчас еще построим. Сколько нам? Ну, три штуки. Надо будет. Я так думаю. Надеюсь, мне хватит. Так, раз, два. Так. Ну, в принципе, камень есть, хватит. Оп. Чего не хватило, сука? Дерево. Блять, что хватить? У меня дерева нет. Пизжу. Ну, мне все равно не хватит. А, найс, хватило. Да блин, дефолтный возьму, да и все, да? Харазис. Если он уже для бока. Там тип, мне кажется. Да и плюс они даже стакуются вместе, хотя я крафтил эти эски. Да и сейчас, может, будет легче тут типа томить всяких этих анкил, этих колобков. Взял, загнал его сюда. Эй, пошел отсюда. Это моя территория. Ёп! Алло! Верните радугу! Я первый раз в арке увидел радугу. Что ебать? А ну съебись отсюда! Кш, нахуй. А хотя, можно его застроить и потом притомить. 130-й типа. 130-й? Нормально, нормально, нормально. Пошел нахер, не толкай меня, козел вонючий.
А ты чё рофлишь, алло, ебать? Алло, пацан, да. Спасибо огромное за вашу нереальную активность с подаркой. Это прям... прям жесть. Лайки, просмотры, комменты, это... бля, это рил дико мотивирует. Спасибо вам огромное. Так, а мы... полетели токсико, посмотрим, что там как вообще местность. Есть что там, постройки, турельки, всякая дичь. Стамина по херне прокачивается. Значит, можно качать дамаг. Ну или хпшку. Раньше можно было мув спид вкачивать, теперь нельзя. Так. Это у нас оборон-то тут. Ну, в принципе, тут прикольненькое место. Но оно такое себе. Не нравится мне. Хочу, чтобы прям было мега... опа, атмосферное. О, ебать. Кавап Кен ходит. А тут база зарейженная, что ли? Пошли посмотрим. Бахнутая база. Russian Mafia. Так-то нахуй. Поэтому бахнули, блять. Неха такое имя давать. Надо тупо давать винчестерсы, блять. Вот это самый топовый клан. Столько было с этим кланом. Это просто жесть. Так, это же не секвойки вроде, да? Так это парашни. А, мне, кстати, бобры нужны еще, чтобы пасту нафармить на... на этот... на металл стенки. И фундейшены. Чекаем. Чё, упа, ебать. Это бронза, ебать, там светится? Ебать! Альфач, нахуй. Какой левел? 95-й! Я законаюсь его на птере убивать. Ну, то, что ты есть альфа, мне, в принципе, это радует, что может потом фармиться нормально. Так. Ой, ёпта, птер напугал. Ебать, я походу... ой, блядь! На, испугаешь. Ой-ой-ой, там этот Карна бегает. Походу... опа, конь! Нихуя себе, кони, нахуй. Надо как-нибудь их притомить. Я ни разу на конях не катался. Походу я нашел местечко. Но я хочу... ой, ебать, так этот... парализар... да, вот этот. Потому что я хочу найти прям такое атмосферное место и построить сюда. Ебануться, что это такое, ебать? Это что такое, ебать? Это что это такое? А? Это какие-то... ой, блядь, там карные баны. Тут что, и птицу можно затамить? Что за звук, блядь? Это фармится? Нет, а вот это маленький фармится? О, нихуя себе. Это кристаллы, ебать, такие огроменные. Ой, блядь, ну нахер. Кристаллы возле меня спавнятся. А что ты прям так... прям так... ой, а что с птицами сделали? Они же другие были. 95-й, и фига тут левела нормальные. Кста, металл есть, слышь? Слышь? 140-й! Слышь? Мне это местечко, кстати, нравится. Блять, боже, у нас хоть-то не было, блядь, базы. Или там нет прохода, я не вижу. Бля, там нет прохода. Был бы охерен, если был бы в фонтане проход. Это вообще был бы просто бомба. Тут есть проход. Блять, нету. Пиздец. Мне пизда. Тоби пизда, до свидания. Птер. Птер, блять. Птер, ко мне, блять. Меня сейчас тут будут ебать. Чё, я ёбнул его? Стой, стой, братан. А, похуй на тебя. Иди сюда, сучара. Да хули ты пьешь эту воду? Интересно, что у него внутри. Ебать, мне показалось, что 90 лев. А, я не могу лутать его, типа. А что я из него добуду?
Найс, нефть, ёпта, мне просто так повезло. Мне была нужна нефть для этого, для станка. Ну, типа, раз я буду переезжать, нахер я буду сейчас вот его крафтить. Даже? Так, тут, может, какая-нибудь хрень будет. Опа, это что такое, блять? Это что такое? Что за красный, блядь, купол? Это, бля, это что такое? Что за красный полупа-лупа? Ебать, тут металла, слышно тут строится. И зима близко. Всякие волки, мамонты всякие. Воу. Подожди, мне интересно. А, ебать. Понял, принял, нахуй. А что они офнутые? Пахнули? Ну нахер, я не буду прилетать, потому что меня убьют, скорее всего. Там сидит птиц, 135-й, ё-мо, тут левела жесткие. Надо, короче, быстрее думать с местом. Ой, блядь, это что такое, нахуй? Понял. Походу, тут жить не буду. А что такое? Это нефть? Тут, блядь, нефть так, нахуй, камнями. А я ее ищу, потому что я в говне вживу. Ну, типа, в начальном биоме, как я понял. Так. Тут всех бахнули металлических. Видите, если металл построить, то меня ебанут сразу же снесут, нахуй. Потому что, типа, клановый сервер. Ну, типа, три человека играют. И они бахают в офи. Чё за хуйня бегает? Ну и... Хер с ними. Даже. Ну типа, смысл так забирать столько много территорий? Я вообще этого не понимаю. Типа, они играют втроём нахер на столько территорий. С такой базой, точнее. У них база малюсенькая, нахер столько забирать. Так, ну тут если построиться, металл не будет спавниться. Ну блин, тут... Тут так-то вообще место, ну, козырное. Но оно не атмосферное. Ну, то есть, если будет атмосферное место, не будет там металла, допустим, да? Того же самого. В секвоях-то. Так что надо искать место и красивое, и чтобы был металлор, и чтобы были животные. Так, что у нас тут по металлу? Металл, обсидиан, нефтекачалка чё-то стоит. Так, а мы где вообще находимся? Так, окей. Это наш, да, остров. Угу, угу. Металл, кстати, теперь другие текстуры. Вообще прикол. Так, это бронтозавр, бронтозавр. Ну-ка, там, может, на озере есть что-нибудь такое красивенькое? Ой, да ёбаный ты птер. Как ты мне надоел. Блять, заебумба нахуй. Ты, блять, силы истощил свою. Быстрее, быстрее. Жри, 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 блять. Пизда, блять. Пизда, блять. Птер, быстрее, восстанавливай свою хрень. Найс, ты сел. Упырь. Назову его так. Упырь, блять. Пошел ты отсюда, нахуй, бежи за мной. Ну тут, в принципе, птица-то хренища. Хай-левела. Опа-чи! Нихуа себе тут местечко. Ну только как сюда добираться? Такое чувство, что тут можно зайти, не? Нихуя тут нельзя. Блять, такое, такое охеренное место, я не могу. Там нельзя строиться. Блять, такое место охеренное в этом водопаде. Сделали как на этом, на Вальхале, ебать, на забыла базовую, помните, да?
Да и такая же это. А, ну хотя это та же пещера есть, когда мы Римаса табахали. Да, тогда это был мега рейд. Так, может тут день построится? Тут просто на, блять, на Бриве это вообще мейнстрим уже. Ход прям такой, прям атмосферное место, чтобы там были леса такие, водопады, ебать. Ну тут равнина, видишь. На воде, ебать, построиться. А интересно, тут есть эти ебаные? Как они, секвой? Мне кажется, должны быть. Потому что там были прям спаун, типа красные леса. Так, что там по стаминке? Давай сядем, вдохнем. Кого-то хватаешь, нахуй. Ну, блин, надо строить там, где есть металл, потому что в дальнейшем по-любому нужен металл вот во всем. Броня, фундаменты, турели, электроник, вот эта хрень всякая. Ну, вот это ништяк, то, что нам выпала нефть. Ну, только, блин, что делать со станком? ХЗ. То, что его потом опять ломать, и потом опять заново крафтить. Мы туда летим вообще, нет? Очень много бронтозавров. Неужели нет таких мест, блядь, не осталось? Ну это, по-моему, моя гора. Потому что. Нет, не моя гора. Блять, тут птиц, тут металла. Ну, не так много. Так что по эстамине? Да, блядь, ты заебал. Что за дохлые птеры, не понимаю. Надо птицу томить. Ой, блядь. Ну нахер эту птицу, она у нас что-то от трайка не снесли, до когда только притамили. Ой, бать, жуки нахуй, хай нахуй. На нахуй. Хитин как раз сейчас нужен. Для пасты, если не найдем бобров. Он бежит, смотри, бежит, бежит. Гоптик нахуй. В этом мясо, ебать. Ой, блядь. Что за параша? Кто это? А, это эти. Я забыл, как их называл. Это болото, ебать? Нихуя, смотри, как красиво, слышь. Фу, сука. Это змеи. Помню, как мне это змея успела. Кстати, тут есть пещеры, ебы. Ой, это шо? Это кто, ебать? Это кто? Это что, новое животное? Тиранозавр. Это кто? Чё за? Шо это у нас? Нычка? What the fuck? Это шо это такое? Ой, блядь. Это что такое? Секретный ход. К стегозавру? Сидит чили тут козел. Ладно, окей, не будем херню страдать. Мы же ищем место. А время у нас не так много, что найти. О, тут парень. Ну что, на турель не сдали? О, вот это место. Вот это местечко. Вот тут постараюсь. Ну хотя тут говно вонючее. Ну место прикольное, мне понравилось. Охеренно, я даже могу сказать. То, что там, блядь, такой прудик охеренный. Ебать, это что такое? Значит, это дом? Это замок, ебать! Это что за замок, алло? Алло, Вася? А, бля. Это типа... Не понял. Это типа просто, да, замок, и его типа можно захватить.
А, я вижу, он кровать. Долбоёб какой-то захватил. И ни хера-то не построил. Чё за сын говна? Понял, принял. Что, да, он? Ой, бля. А, понял, наверху оттуда строил. Или тут нет прохода? Ну, в принципе, тут прикольно. Но тут надо столько застраивать, считайте. О, кошки всякие. Ой, блядь, что это такое? Тут хата что-то стоит, да, такая высокая. Или он пытался забраться. Почему нет атмосферных мест? Это атмосферное? Ну, в принципе, прикольное. Вот тут, если вот на этом камешке построиться, да? Но тут металлора ноль. Типа летать, это вообще гемор будет. Ну, ты такой вышел, да? Блять. Такой выходишь. Тут такой пруд. Не, параш. Да. Я почему-то хочу построиться в секвоях. Но я понимаю, что в секвоях, походу, не будет металлора. Но металлор будет только в моем биоме, где я сейчас живу. Потому что там же горы. Так, это что у нас? Конец карты? Ой, блядь, я испугался. Ну да, конец карты. Окей. Чем где находимся? Окей. Как долечу вон до той херни? Да, где-то 45 на 37. Тогда мы с вами встретимся. Шов вниз, в отель эту дичь. Так. Я прилетел в какой-то биом. Какой-то рандомный. По пути мне встретил с базы с херу тут турелями. Он назывался Орда. Это, как я понял, какой-то новый биом, что ли, на этой карте. Ой, блядь, опять эти гопники. Это место чем-то напоминает это, по-моему, центр, по-моему, там был такая же равнина. Или не центр, мне было перемешался, помню, там с Паха еще играли. Да, вон центр, да, центр был. Где мы вообще находимся? Мы находимся... Ой, я вообще не то улетел. Ну, я надеюсь, я успею долететь? Да. Секвоев. И не растянуть видос. Какой-то, блядь, странный. Какой-то очень странный биом. Какой-то непонятный. Чел подо мной прилетел, окей. Поэтому гопников. На птице чел был. Надеюсь, меня ёбнет. Тут очень странный биом. А вот и наш секвой. Хай, привет. Но если секвой, блин, не будет, то придется построиться там, где дохера была птица и металлора. Или может там, в принципе, сделать этот мини-домик, дать печную и построить ворота. То есть туда птицу загнать, там затамить, поставить печку и там, ой, и там просто металлор фармить. И потом на основную базу внести. Ну это муторно вообще, капец. Потому что кецали, я не собираюсь соляного там идти. Ой, блядь, урон чё бы енишь. Это чья-то база там? Или что это? Прикольно же в арку, то есть на карту, да, она саму добавляет такие вот постройки. Они, блядь, такую атмосферу дают вообще. Не знаю, мне нравится биом секвой. Он дико красивый. Можно не дергать меня, пожалуйста? Тоже не знаю, прям охота прям что-то в секвоях. То что-то атмосфера такая вообще, ну, вот своя. Лесная, так сказать. Ой, блядь, что это кто? Ну-ка.
Ну-ка, нахуй. Это кто, ебать? Что за животные новые, нахуй? Блять. Ты кто? Мегатерий. Ты что такое? Блять, ебасосня. И походу это животное только в этом биоме. Фу, сука, это что? Это пещера, ебать, такая? Опа, чи. Это что, ебать, такое? Фу, сука. Хитин. В воде можно фармить хитин-то. Ебаться там этих летающих чертей. Ну, мне кажется, там я надо не на птере лететь туда. Блять, это что такое? Это кто, ёб твою мать? Ни хрена там паук, алло, ебать. Ты чё, ебать, там чилишь, нахуй, алло? Это кто? Почему я не могу посмотреть, что это? Это босс? Ну, типа, раньше же был босс-паук. Это какой-то не босс-паук, это какая-то странная хуйня какая-то огромная. Ну, нахер, сейчас да плюнет еще, я утону. Смотри, прикольно тебе сделали, да, типа вот это ее паутина, я на кого сожрала кого-то гиганта, на Дарекс, ебать. Ебануться! Ну типа, есть, есть, мотивация еще развиваться-то. Я хочу в этой пещерке полазить. Ну там явно надо не на птере лететь, нахуй. Там на тысячку ему дадут, нахуй, он помрет. Но видишь? Если сюда лететь, то надо тоже хибитку ставить, типа, со спальниками и с животными. Ну тут, камон, тут очень атмосферно. И я вообще хз, что делать. Помоги мне, напиши в комментарии, где мне построить мейн-хату. Там, где была хреново туча птиц. Или в секвоях. Только не пленись, напиши, пожалуйста. Ты же пишешь, что тебе понравился видос. И не пленись, напиши, пожалуйста. Где поселиться мне? В секвоях? Или возле металлора? О, вот это место, кстати, прикольное, вон там вот. На мейнстримном месте, ебать. На том обрывчике. Можно, в принципе. Или снизу обрывчика. Ой, ебать, сразу у меня такая идея появилась. Типа, если в секвойках, да, строится, то можно здесь, смотри. Типа, тут внизу базу построить, потом наверх сделать какой-нибудь лифт. Тут же есть лифты. И тут еще одну базу сделать. Ну, это пизда, сколько надо металлора будет. А каменную я не хочу. Потому что металл, он такой прикольненький, светится так. Еще маленько полетаем и... Надо бы домой возвращаться. Думать. Ебать, альфа карна, нахуй. 95-й, ебать. Ну там паук, пиздец, он огромный. Он как этот, как она, как, блядь, Блудмазер, да? Ну я тебе охерел. Ебанулся. Такой встретишь в реальной жизни, да? И не убежишь. Там еще один альфач. Ебать, сосраться тут нахуй альфачей и вчеровки. В одном месте два альфача. Кто это? Скорее, Скарда? Ну, пожалуй, на этой ноте мы остановимся. То есть, я сам еще остального поищу. Вдруг не понравится, то что реально. Это долго время занимает. А ты, Скарда, напиши, где мне построить хату. В секвоях или... Ну, вот там, где металла много. Так что жду твой коммент, обязательно напиши. Спасибо, друг, что посмотрел этот видос. Поставь лайк. Напиши обязательно комментарий про секвою. Ну, или про металл, где мне построить мейн-базу. Напиши, что ты думаешь про этот видос. Нравится тебе, как Симе. А с вами был Фэппалс. Всем до скорой встречи. Всем пока.